Приветствую всех на канале. Сегодня мы собрали вот такой нехитрый детский орган, так называемый. Имеет одну октаву, от до, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Вот такая простая схема у нас. Быстро собирается, в принципе. Единственный недостаток, я отметил, что не облуженная была печатная плата, хотя она из текстолита. То есть не доработали тут. Второе, что я рекомендую заменить вот штатную, которая идет в комплекте, на колодку для кронок, будет громче. И динамик применить посерьезнее, там 0,5 ватта, качество звучания плохое. Вот так внесли небольшие изменения. В принципе, схема основана на NE555, так микросхеме, так таймера, которые часто применяются, так что можно их сразу купить, они дешево стоят, там штук 50. На всю радиолюбительскую жизнь. Так, давайте поработаем, посмотрим, как она работает. Вот так звучит. До, ре, ми. Ну, вроде это самая высокая, это низкая нота, да? И вот мы так, конечно, хоть слух есть, нету, тут не важно. Ничего не сыграете на таком инструменте. Но для детей это само то. Они будут познавать, как бы, в чем разница между одной нотой и второй нотой. Вот, поиграется, может, сломает, так и так далее. Для чего я купил? Ну, я думаю, спроектировать свою схему такую, подобную это, посмотреть недостатки вот этой схемы, как я отметил, уже напряжение должно быть побольше. Вот. Посмотрю. И второе, это для детей не годится, потому что все тут контакты, все, как бы тут и флюс ядовитый, и все дела, поэтому это не пойдет. Надо как-то придумать что-то более качественное, более подходящее для детей, и тогда можно сделать какую-то игрушку для детей на основе вот данной схемы. Вот. Спасибо всем за внимание, подписываемся на канал, будет много чего интересного.